Компанию, которую в прошлом году выиграла торги по отлову бродячих собак в Красноярске, внесли в черный список. Такое решение было принято в управлении дорог и благоустройства. Дело в том, что подрядчик так и не приступил к исполнению муниципального контракта. В результате ловить и чипировать бездомных животных в этом году начали на полтора месяца позже. Договор был перезаключен с фирмой, которая взяла второе место на аукционе. А недобросовестный бизнесмен теперь минимум два года не сможет участвовать в торгах на исполнение государственного и муниципального контрактов.